А вы знали, что в минувшую субботу отмечался Международный день птиц? В первые дни апреля одновременно с возвращением птиц люди празднуют приход весны. Жители городского округа Щелково тоже отметили День всех пернатых и помогли соорудить для них скворечники на специальном мастер-классе, прошедшем в парке культуры и отдыха. Организаторами этому по-настоящему весенней акции выступили автоклуб «Бравес», администрация округа, молодогвардейцы, а также Щелковское отделение Красного Креста. Это уже такая добрая традиция, делать скворечники. И очень здорово, что здесь, в Щелково, собрались ребята, которые сегодня пришли отдохнуть, погулять в парк вместе с родителями, делать скворечники, раскрашивать. На мероприятии собралось множество жителей самого разного возраста, но больше всего процесс изготовления скворечников, конечно, понравился детям. Ребята создавали домики для птиц под чутким руководством депутата Мособлдумы Николая Черкасова, который тоже пришел на праздник. Наступает именно та самая пора, когда птицы начинают видеть гнезда, подбирают места для этих гнезд. Ну и, конечно, люди не остаются равнодушными, потому что это всегда полезно прежде всего. Это еще одно знакомство с природой. Особенно, конечно, познавательно это для детей. После того, как все скворечники были изготовлены, а их получилось 12 экземпляров, домики развесили на деревьях по всему Щелковскому парку. Мария Буржинская, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.